Ну чё, можно начинать тогда, я думаю. Йо! Огонь фанка! Настоящий хип-хоп! Для кого ты снимаешь? Для себя. Для себя? Да. Гуляй, смотри, что я уже. Там какие-то мигалки едут, да? Опыт на высоте. А, вы добрый? Да. Ну, я подписан на вас. Серьезно? Да, угарный скупил. Круто, респект. Это кто? Да, группа просто добрый. Ну, мы везде добро пишем, да. Я не местный просто. А, немного, да. Да. Прикольно, да. Я не знаю. Но это все равно загадано было. Ну да, мы такие вот темы обновляем, ходим. Подарки делаем. А как называется? Что на тегане? Где на тегане? Ну, здесь? Да. Здесь добро написано. Добро? Да. А дальше что там на тегане? Чуваки, вы честно мешаете, понимаете, немножко, конечно. Вы давайте мы сейчас доделаем и пообщаемся с вами. Мы уже пойдем. Все, спасибо за внимание.
Люди здесь, они словно не знают, что есть другой мир. Но словно на Луне живут отморозки. Но мало ли на свете гетто. Да все, сплошное гетто. Потом вас вниз вот отсюда высылают, что угораете. Вот реально камера. Так а что ты, может, скажешь своим-то, чтобы они... Что, мы да, сделаем красиво да просто. Да не надо просто рисовать, что прикалываешься. Так это она и так уже все разрисовала. И что, да, и что, что разъебано? Просто, ну, потом нам самим закрашивают. Хорошо, ладно, я взял в магазин. От души, да, братан, вообще. Я. От души. Старайтесь лица не показывать камеру. Хорошо, хорошо, от души, мужик, вообще. С 2010-го. Ну слушай, это уже дофига. Ну нормально, да. 11 лет вот, юбилей был. Здравствуйте. Да красоту наводим. Зачем наводим красоту? Ну все испогажено было, вот решили обновить. Это запрещено же, правильно? Ну правильно, но все равно красоту же надо, добро же надо делать, правильно? Какое добро? Добро обычное, людям.
что, противник делать? Не, ну там просто все было испачкано, реклама наркотиков, все дела. Поэтому вот решили просто украсть, так сказать. Ну в таких надписях, видишь, я их закрыл полностью, не получилось закрывать. Просто надпись «Добро». Ничего плохого. Ярко, красиво. Мне кажется, кафе даже это подойдет. Да? Да. Ну, хозяина спроси. Так, а хозяина нет. Ну, вот завтра спроси у хозяина. Понравится ему это, не понравится? Ну, я с радостью даже пообщаюсь. Ну, еще. Может, еще. Если честно. А вы по вызову, да? Вы по вызову или так мимо? Но все равно интересно. Все равно интересно. Много для того наблюдал. А, серьезно? Уже даже наблюдали? Надо было, внимательно. А, я понял, понял. Да мы на самом деле так бегать-то особо не любим, поэтому... Что нам бегать-то от вас? Я рисовал тогда, раз тебе нравится. А днем просто они, видите, открытые, а ночью они закрыты. Днем их открывают. Тебе бы открыли, если ты хорошее дело. Не, ну я в любом случае хорошее дело. То есть не первый раз мы вообще как бы рисуем, поэтому... Собирай сейчас. Собираем, да, поедем.